Привет. Мирона, огромный привет от нашего лысого кабана. Мирош, пойдем, сейчас мы его угостим остатками арбузика. Половинка вот такой вот. Посмотрим, как он с ним расправляться будет. Вот так вот выгрызаемся. Вкусняшку. Пьем арбузный сок. Прямо как из тарелочки. Как из мисочки. Вот так вот, Мироша. Арбузики, дыньки, да, это вообще любимое лакомство. Повернулся бы сюда, Мирон, что-то задница к зрителям. Попьет и закусит, и снова попьет. Я не знаю, будет он корову эту есть. Может быть, и будет, кстати. Очень настроен решительно. О, началось. На бахчу бы запустить его. Интересно. Съел бы, наверное, пару громадных арбузов, потом бы просто лежал рядом с ними. Сам как арбуз был бы. О, копытцем поджимает. Все, стенки арбуза пошли в ход тоже. Экскаватор резцами своими нижними работает. Вот так вот. Мы ему и целый, конечно, давали почти. Там был у нас арбуз тоже такой, не очень сладкий, но он с удовольствием его съел. Что-то не удалось видео снять такое просто. Такой был побольше арбуз. Большая такая половинка, все такая красная, очень красивый, но почему-то не очень сладкий оказался. А этот сладкий, но устали есть уже. Решили Мирончику отдать. Он вчера получал там дольки арбузные. Сейчас доест, наверное. Я так понимаю, что со стенками вместе. Ну, в принципе, из них варенье делают, так что я думаю, что это очень полезная пища, абсолютно не опасная для здоровья. Так что Мирон, я думаю, рад. Сейчас завалится после арбуза в кусты, куда-нибудь отдыхать будет на солнышке. Все, все волосинки с него выпали, все щетинки. Сейчас уже новая такая мелкая, мелкий бархат такой на нем появился. Будет постепенно зарастать. К осени снова щетины покроются. Иракез вырастет. Ну, короче, превратится снова в благородного кабана. Хотя он так тоже прикольный, такой бегемот. Бегемотина такая. Вот. Так что, кому интересно, кто не подписан, подписывайтесь на нашего Мирона. Покажем что-нибудь интересное. Не забывайте ставить лайк Мирону. Всем бай-бай. Пока-пока.